друзья, сегодня мы тренируем спину, тренируем ее не в силовом характере. Вот я после недавних проблем со спиной, сейчас силовые пока какое-то время делать вообще не буду, вот, но далее обязательно сниму ролик со становой тягой там, и так далее. Вот сегодня покажу вам комплекс для тех людей, которые уже, в принципе, обладают неплохой мускулатурой. Этот комплекс подойдет для того, чтобы подрелить спину, сделать ее мясистой, объемной, вот, и детализированной. Вот, поэтому обязательно попробуйте. Это очень крутой комплекс. Я думаю, вам понравится.
Друзья, самое главное, не забывайте, после силовой тренировки делаем заминку. Если вы хотите подсушиться и скинуть лишний вес, преимущественно быть сухой мышечной массой, я вам рекомендую после силовой нагрузки еще минут 35 походить. Это будет просто супер.